Девятый международный инженерный чемпионат CASE-IN сегодня провел финал школьной лиги. Он состоялся в онлайн-формате. Участвовали 16 команд из 14 российских городов. Дети представили проекты по развитию Амурской области и привлечению в регион высококвалифицированных специалистов. Чемпионат CASE-IN входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего в этом году в школьной лиге соревновались учащиеся из более чем 140 населенных пунктов. Дойти до финала – это уже настоящее достижение. Ведь вам пришлось проделать серьезную работу, собрать команду, познакомиться с совершенно новой для вас темой – это устойчивое развитие. Собрать и проанализировать данные из открытых источников, пообщаться со специалистами, выработать оригинальные решения.